В Гомеле задержаны наркокурьеры. Это 6 человек, 5 из которых подростки 16 и 17 лет, по информации милиции, учащиеся профлицеев и колледжей. Компания реализовывала психотропы, работали на интернет-магазин. После обыска возле дома одного из задержанных нашли несколько десятков свертков с особо опасным психотропом. В МВД отметили, подростки сознательно вошли в роль наркодилеров. Работа правоохранительных органов, в частности наркоконтроля, в этом направлении и по этому задержанию не закончена, потому что нашей главной задачей является не только задержание рядовых потребителей или минеров разных уровней, но уничтожение организованной структуры наркосбытов, то есть тех логистических цепочек, которые привозят товар от большого объема до рядового потребителя. Ранее несовершеннолетние уже пытались стать так называемыми минерами наркомаркета, однако оперативники пресекли его деятельность, когда юноши только договаривались о трудоустройстве. Парней это не остановило, они просто нашли другой интернет-магазин аналогичной специализации. Кроме того, несколько подростков уже попадали в поле зрения милиции.